Флатхаус – один из самых популярных объектов недвижимости в жилом районе «Гармония». Данный флатхаус рассчитан на проживание 4 семей. У каждого хозяина в собственности земельный участок 3 сотки. Общая площадь отдельного дома – 100 квадратных метров. Дороги в квартале заасфальтированы, обеспечены уличным освещением. Фундамент и цоколь флатхауса монолитные, железобетонные. Стены выполнены из кирпича. Кровля вентилируемая, жесткая. Предусмотрена система водоотведения и установлены снегозадержатели. Участок по периметру огорожен забором из металлпрофиля, установлены металлические ворота и калитка. Имеется навес из поликарбоната под автомобиль. Часть двора облагорожена тротуарной плиткой. Другую часть можно использовать под газон, небольшой огород или зону барбекю. В данном доме три изолированные комнаты. Гардеробная, два санузла и кухня. Установлена надежная входная металлическая дверь. На входе располагается удобная прихожая-коридор 18 квадратных метров. Далее, справа от входа, гостиная 19 квадратных метров. Флатхаусы в «Гармонии» продаются без отделки. Стены оштукатурены гипсовой штукатуркой. Пол во флатхаусе – бетонная стяжка армированная. Перекрытие – деревянные стропила. Межкомнатные перегородки толщиной 8-12 см выполнены из силикатного кирпича. Из гостиной мы переходим в кухню. Ее площадь 16 квадратных метров. В кухне уже установлен двухконтурный газовый котел «Колонка». Ко всем домам подведены центральные коммуникации, газ, свет, вода и канализация. В кухне присутствует еще один дополнительный выход в коридор, что очень удобно при передвижении по дому. Справа от кухни расположена небольшая комната, которую можно использовать как кладовую. Площадь ее 3 квадратных метра. Далее по коридору предусмотрена гардеробная 4 квадратных метра. Здесь можно разместить вместительный шкаф-купе, системы хранения, а также гладильную доску. Рядом располагаются два санузла. Первый поменьше 3 квадратных метра. Санузлы во флатхаусах без отделки. Предусмотрена разводка необходимых труб и вытяжка. Второй санузел больше 7 квадратных метров. Этой площади достаточно для установки всей необходимой сантехники, двухметровой ванны и стиральной машины. Далее мы переходим в большую жилую комнату, которую можно использовать как спальню или детскую. Ее площадь 17 квадратных метров. В доме установлены окна из ПВХ-профиля с однокамерными стеклопакетами. Перемычки над окнами и проемами железобетонные. Стены армированы кладочной сеткой. К моменту продажи во всем флатхаусе будут установлены натяжные потолки, розетки и выключатели. Рядом вторая жилая комната, площадью 13 квадратных метров. Как видите, во флатхаус проведено отопление, установлены радиаторы, а также счетчики на газ, свет и воду. Межкомнатные двери в доме не устанавливаются. Данную планировку оценят практичные хозяева. Удобное расположение комнат, два санузла, наличие гардеробной и просторной кухни-гостиной позволит с комфортом проживать в флатхаусе семье из 3-5 человек.